Сказка начинается. Засверкали огни на главной елке Тобольска. В преддверии Нового года на Красной площади специалисты успешно провели ее тестовый запуск. Подготовка к волшебному празднику идет полным ходом. Как вы видите, елочка сияет и горит. И я уверен, что будет радовать жителей и гостей города все новогодние праздники. Традиционно уже полюбившаяся семья Мишек Суэнко также украсит Красную площадь. Будет стоять обязательно большая горка. И не обойдемся без традиционных персонажей Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. На площади разместились деревянные короба, которые заполняют снегом. После они превратятся в фигуры волшебных персонажей. Новогоднее убранство появляется и на базарной площади, где также пройдут праздничные мероприятия.